Самые важные события, цифры и факты, которые запомнились нам на этой неделе, истории, которые заставили призадуматься, и люди, которые были в центре внимания. «Семь дней Кубани» в программе «Постфактум». Я Элина Касабова. Мы начинаем. Здравствуйте. Долгая дорога к своему жилью, как 600 человек, уже 18 лет ждут решения того самого квартирного вопроса. Мы шутили уже, что это наш дом можно отнести в книгу рекордов Гиннесса или занести в книгу рекордов Гиннесса, потому что он оказался самый большой, с самыми большими проблемами. Сколько многоэтажек Кубани сегодня в списке долгостроев и что показала ревизия депутата Госдумы по черноморским городам? Дорога жизни для отдельно взятой станицы. Жители станицы Воронежской больше не делают 10-километровый крюк, чтобы попасть в больницу, школу или на рынок. Как вам переезд? Во, ребята! Почему дорогу много лет назад закрыли и кто помог решить транспортную проблему станичников? 27 миллиардов плюс, куда решили парламентарии направить дополнительные деньги краевой казны. Мы поддерживаем малый и средний бизнес, они поддерживают экономику региона. Кто еще, кроме предпринимателей, почувствует финансовое вливание и где на Кубани скоро появятся школы для одаренных детей? Путешествие к центру Земли и обратно. Кубанские дайверы установили рекорд России по горно-подводному погружению. В штольне лучше находиться маленькими группами, иметь при себе сапоги заброды и надеть вот такую специальную маску, чтобы не дышать пылью. Наша съемочная группа вместе с экстремалами отправилась в подземелье. Расскажем, как ставились рекорды и какой новый источник энергии обнаружили искатели приключений. И о персонах на этой неделе под прицелом наших камер оказались руководитель секции спортивного туризма из маленького хутора Братский Николай Севастьянов, который в свои 70 лет сам показывает школьникам сложнейшие элементы, поднимается по канату до потолка и выполняет вертикальный маятник. Глава Василковского района Сергей Ферсков, который угостил нашего спецкора буратой, моцареллой и менталем местного производства и провел экскурсию по крупнейшему молочному предприятию края. И священнослужители, историки Краснодара, которые отметили 170 лет со дня рождения Федора Щербины и провели экскурсию по столице края в честь талантливого ученого и общественного деятеля. Ломаем стереотипы. Начнем с новостей спорта. Сегодня в Красноярске официально открылась 29-я Всемирная зимняя универсиада. Для непосвященных поясню, это примерно как олимпиада, только для студентов. До 12 марта будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Это биатлон, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фристайл, хоккей, шорт-трек и другие. За награды поборются и двое студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Это фристайлист Алексей Лыжин и Дмитрий Чуприн, который выступит в соревнованиях по горнолыжному спорту. Болеем за наших, конечно, а пока переходим к событиям недели. Одной из центральных тем прошедшей недели было долевое строительство и проблема обманутых дольщиков. На Кубани побывала рабочая группа депутатов Госдумы во главе с Александром Якубовским. Сначала они осмотрели недострои Анапы, потом Новороссийска, а после обсудили проблему с властями края, руководителями городов и районов и, собственно, с теми, кто все еще ждет свои обещанные квадратные метры. Но давайте по порядку. Сначала посмотрим, как прошла поездка депутата по приморским городам. Семей живет, ну, там 10-15, они все время меняются, они находятся, ремонтируют, коммуникации все есть, все подключено. Сейчас у нас электричество все уже, экспертизы все сделаны. Жильцы этого дома на улице Владимирской ждали свои квартиры более 10 лет. Проблемы у дольщиков возникли со смертью застройщика. Разрешение на объект закончилось еще в 2015-м, поэтому в документацию необходимо было внести изменения и повторно согласовать схемы подключения. В прошлом году в дом провели тепло. Некоторые семьи даже успели переехать и обживают собственные квадратные метры. Теперь новому инвестору, который взялся за многоэтажку, и городским властям осталось решить только юридические вопросы. Сегодня, чтобы ввести в эксплуатацию, нужно решение суда. Суд общей юрисдикции отказал. Сейчас в арбитражном суде находится. По-моему, окончательное решение будет принято 6 марта. Угу. И дом будет введен. Ну, то есть будет решение? Будет. Но мы все для этого делаем. Сейчас все 130 квартир проданы, а жильцы ожидают, когда дом сдадут в эксплуатацию. Более сложная ситуация с другим комплексом на улице Парковой. Для этого объекта инвестор еще не найден. Около 4 лет назад работы здесь заморозили. На застройщика завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и объявили банкротом. Чтобы сдать дома, необходимо вложить более 600 миллионов рублей. Сейчас власти ищут выход из этой ситуации. Есть перспектива принять закон Краснодарского края, в соответствии с которым застройщик может
должен быть представлен компенсационный земельный участок. В мае прошлого года. Да, есть инвестор, местный инвестор, который уже одну проблему решил, проблему Уренгой-Газ-Инвестстроя, расселил людей в своих уже готовых квартирах. И вот он рассматривает возможность захода с учетом получения компенсации. В прошлом году только в Анапе насчитывалось 19 проблемных объектов. Сейчас 4 уже ввели в эксплуатацию. Решается вопрос по двум другим. А это Новороссийск. Один застройщик, 8 недостроев и 1500 обманутых дольщиков. Большинство объектов практически готовы, но завершить их не удалось. Рабочая группа осмотрела брошенные многоэтажки с романтичным названием «Посейдон» и «Суджук-Кале». Сейчас идет процедура банкротства. Счета заморожены, а власти ищут одного инвестора. С вами понимаем, да, что, например, вот, ну, год потерян. Из-за чего? Из-за того, что зашла компания, как бы, ну, к сожалению, к большому, которая, ну, мне сложно сказать, что они там видели, да, и как они оценивали. Здесь должна быть конкурсная, не конкурсная процедура, здесь, соответственно, просто она должна быть прозрачная. Чтобы мы могли как можно больше желающих застройщиков привлечь на объект. Позже на совещании в администрации города-героя было решено, что любой инвестор, желающий зайти на проблемные объекты, будет досконально изучен. И не только властями, но и правоохранительными органами. Анна Тур, Алина Сорокина, Александр Брыксин. Постфактум. В списке долгостроев на Кубани сегодня 128 многоквартирных домов. 18 из них планируют сдать уже в этом году. Кроме того, есть и такие, на достройку которых очень сложно найти предпринимателей. Они называются инвестиционно непривлекательными. Всего их 45. И чтобы достроить эти дома, понадобится больше 20 миллиардов рублей. Сумма для региона не маленькая, но проблему в любом случае решать надо. Как это сделали, как раз и обсуждали на совещании в администрации края. Наш спецкор Александр Иванченко выслушал мнение всех сторон. Дом на улице Корякина в Краснодаре начали строить 18 лет назад. Фирма успела продать часть квартир в недостроенной многоэтажке, после чего обанкротилась. Компании менялись, но объект завершить так никто и не смог. В итоге 600 человек обманутых дольщиков. Мы шутили уже, что это наш дом можно отнести в Книгу рекордов Гиннесса или занести в Книгу рекордов Гиннесса, потому что он оказался самый большой, с самыми большими проблемами. Нам сообщили, что в октябре 2005 года он будет готов. Ну, собственно говоря, мы с семьей, как и многие, я не единственная, да, нас тут северян очень много, переехали, увидели, что дома нет. Все изменилось, когда мэрия Краснодара подписала соглашение с новым подрядчиком. По нему инвестор обязуется возвести дом за собственные деньги. Рядом на участке построят еще два здания. В итоге и дольщики, наконец, отметят новоселье, и строители, которые взялись доделывать проблемный объект, должны покрыть свои затраты. Мы приступили к активной фазе по нашему соглашению. В 2019 году, до конца 2019 года, мы должны завершить строительством данный объект и приступить к вводу в эксплуатацию. Мы рассчитываем в 2019 году, в общем-то, и ввести этот объект в эксплуатацию. Благодаря совместной работе краевых, муниципальных властей и инвесторов, в этом году на Кубани планируют завершить 18 долгостроев. Чтобы люди скорее въехали в свои квартиры, в регионе приняли новый закон. Согласно ему, фирмы, которые берутся за недостроенные дома, без торгов получают землю в качестве компенсации. Конечно, все соразмерно затратам инвестора. Однако проблемных объектов за долгие годы накопилось столько, что свободных участков просто не хватает. Вокруг Краснодара нету ни одного клочка свободной земли. Ни одного. Ни одного. Она вся у кого-то. Пояс земельных массивов просто простаивает. А почему нельзя сделать изменение в федеральный закон, чтобы мы могли изымать эту землю? В интересах государства, в частности, под решение проблем обманутых дольщиков. Ну давайте добавим к тем пунктам, где изъятие в принудительном порядке для государственных нужд. И этот пункт. Мы компенсируем этому собственнику, арендатору, стоимость земли в рамках государственной стоимости. Серьезный толчок в решении проблем обманутых дольщиков дала совместная работа краевой администрации с прокуратурой, следственным комитетом и полицией. В прошлом году в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено больше 170 дел. Однако некоторые вопросы приходится решать в ручном режиме. Речь, в частности, об обманутых дольщиках жилого комплекса «Кино» в Краснодаре. Из-за юридических разбирательств больше 1000 пострадавших человек ждут ключи от квартиры. Все-таки
Вопрос с кино. С кино, понимаешь? Вопрос, опять же... Я жду, мы должны уже финал счастливый увидеть в этом фильме. Мы готовим исковое заявление, которое должны подписать дольщики, и с этим исковым пойти в суд. В судебном порядке, не снимая ареста, мы перерегистрировали право бы на решением суда. Это такое возможно, допускается на непосредственно нового инвестора. Тогда когда выйти с иском? Ну, я думаю, что готовы будем на следующей неделе. Вот давайте 12 числа вы выходите выше крыши. 12 марта вы не показываете, вы его сдали в суд. Однако в попытках быстрее завершить долгострой нельзя забывать о качестве возведенных домов. Сами дольщики озвучили главе региона примеры, когда объекты уже ввели в эксплуатацию, а вот сопутствующая инфраструктура оказалась недоделана. Дома сдали в эксплуатацию, однако, в общем-то, в саму суть, как их сдали в эксплуатацию, что они не подключены ни к коммуникациям, что в каждом из подъездов литера 18 протекают крыши, люки, что нет освещения в некоторых помещениях, не проведены. Серьезным шагом в защите прав дольщиков должны стать изменения в федеральный закон, которые вступят в силу с 1 июля. Новая схема финансирования заключается в том, что дольщики будут вносить деньги на специальный банковский счет, а застройщик получит их только после завершения объекта. Целевое расходование средств окажется под контролем уполномоченного банка. Это позволит избежать мошеннических схем при строительстве, которые во многом и приводят к появлению обманутых дольщиков. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, «Постфактум». Как будет работать новая схема с введением искровых счетов, обсуждали на федеральном уровне. В Госдуме прошло заседание профильного комитета, где как раз и обсуждали эту тему. Участие в ней принял и депутат от Краснодарского края Дмитрий Ломейкин. Что обсуждали народные избранники, мы спросили у самого Дмитрия Викторовича. Давайте посмотрим отрывки из его интервью в нашей программе. На этой неделе теме долгостроев и проблемным объектам было уделено много внимания не только на краевом уровне, но и на федеральном. И депутаты Госдумы на этой неделе были в крае, собственно говоря, ездили по проблемным объектам. Вот я знаю, что на прошлой неделе на подобном заседании в Госдуме на одном из комитетов были и вы. Расскажите, пожалуйста, о чем говорили, как этой проблеме уделяется внимание, как она будет решаться? Мероприятие, которое прошло в стенах Государственной Думы, было как раз таки посвящено тем изменениям, которые внесены в законодательство, с тем, чтобы в перспективе, в будущем, мы забыли о проблеме обманутых дольщиков. Вы знаете, и очень часто в средствах массовой информации наши коллеги затрагивают так или иначе вот эти изменения, говоря и об эскроу-счетах, и о системе, когда между дольщиком, гражданином, который хотел бы принять участие в строительстве, и компанией, которая эту работу осуществляет, появляется банк. Банк в данном случае будет являться гарантом. Очень подробно шло обсуждение, потому что на этой площадке присутствовали и общественники, и на этой площадке присутствовали представители застройщиков, разные компании, наши коллеги из края приезжали. И вот шло обсуждение, а как же перейти плавно, как этот переход сделать таким, чтобы действительно и не обвалить строительную отрасль, потому что это очень серьезная отрасль, она нужна нам, и действительно нам необходимо не просто сохранять темпы строительства, но их наращивать, но и при этом прийти все-таки к тому решению, которое позволит полностью обезопасить наших граждан. А вот все-таки насколько вот эти изменения, вот эти поправки, которые будут внесены уже окончательно, да, так скажем, летом в федеральный закон 214, они изменят эту ситуацию? Насколько нерадивых застройщиков все-таки станет меньше? Это гарант? Да, вот, наверное, только практика покажет вот аксиому, и действительно, закрыты ли все лазейки и все ли отрегулировано, но то, что мы сегодня видим, обсуждая и с коллегами, обсуждая и с экспертным сообществом, это действительно тот инструментарий, который позволит человека полностью обезопасить. В данном случае риски переходят именно в банковскую сферу, но с другой стороны, именно банки получают дополнительные контрольные функции. На самом деле закон летом уже полностью начнет работать, и уже только по этой системе можно будет реализовывать новые проекты. Те проекты, которые вот на стадии завершения, в переходном периоде, вот об этом больше и шла речь на этой площадке. Но, чтобы вы понимали, вы придете заключать договор, и этот договор идет через открытие специального искрового счета в банке. Банк получает деньги, и ваши деньги будут находиться на счетах банка до момента ввода объекта в эксплуатацию. Поэтому, и, кстати, очень важная деталь в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств. Но самое главное, это то, что у гражданина, который инвестировал деньги в этот объект, остается право эти деньги забрать в случае нарушения другой стороной условий договора. Иными словами, если сроки
строительства не выполняются, если они выходят за зону там, полугодичного периода с момента, когда должен был дом сдан быть в эксплуатацию, то человек имеет право прийти, расторгнуть договор и забрать свои деньги, он гарантированно их заберет. То, что не мог раньше гарантировать никто. Вот все-таки насколько проблема, эта проблема обманутых дольщиков остро стоит в нашем крае? К сожалению, вынужден сказать о том, что это большая доля, если брать по отношению к вообще другим субъектам Российской Федерации. Но очень активно ведется работа по решению этой проблемы на территории края благодаря губернатору. Вы знаете, он под личным контролем держит. И первый заместитель непосредственно в таком ежедневном режиме ведет это направление. У нас 74 объекта было сдано в крае в прошлом году. Сегодня по 16 объектам, я знаю, что ведется, уже проведена работа, ведется уже работа по достройке. По 8 объектам ведутся подготовительные работы, переговоры. И я убежден, что вся эта проблема, она действительно будет решена, потому что это насущный вопрос. Но если смотреть объективно в глобальных цифрах, конечно, это определенная доля от рынка. Нельзя сказать о том, что весь предшествующий период это были одни сплошные проблемы. Нет, мы с вами понимаем, что на определенном этапе вот именно та форма, которая была, она позволила этот рынок сделать привлекательным, она позволила запустить многие процессы в экономике. Но, к сожалению, всегда бывает определенная обратная сторона, какие-то бывают нерадивые, бывают нечистоплотные люди, и строительная отрасль не исключение. Но для человека, который принес свои деньги, при этом продав что-то, лишив себя чего-то, для него, конечно, абсолютно все равно, почему к этому пришло. Ему очень важно, чтобы в итоге он все-таки получил то, на что рассчитывал. Но вот все-таки, вот что предпринимается в Государственной Думе, да, чтобы эту проблему решить, чтобы обманутых дольщиков все-таки стало меньше, потому что ужесточить требования можно же только на федеральном уровне. Летом эта проблема перестанет быть априори, потому что... То есть вот летом она 100% закроется? То есть, она закроется, то есть закроется лазейка, которая на будущее эту проблему закроет. Вот с вступлением в действие тех изменений, которые были приняты, с новой системой, с введением эскроу счетов, просто физически, если компания ведет в рамках законного такого работу в рамках федеральных законов, в теории и на практике я убежден, что этого не будет. Здесь очень важно, чтобы, безусловно, муниципалитеты на своих территориях следили за тем, чтобы не велось незаконное строительство. Вот в начале передачи я сказал о том, что ведь не только есть обманутые дольщики, есть люди, которых обманули, но они не признаны дольщиками, потому что они таковыми юридически не являлись. Вот эта сторона тоже очень важна. Поэтому то, что будет работать в рамках законодательства, там эти лазейки вообще будут закрыты. Потому что ответственность, риски, страхование, это все переходит на банковскую сферу. И поверьте, банки очень четко будут следовать тем нормам, которые прописаны. Это еще не все наши новости. И вот что будет во второй части выпуска. Дорога жизни для отдельно взятой станицы. Жители станицы Воронежской больше не делают 10-километровый крюк, чтобы попасть в больницу, школу или на рынок. Кто помог решить транспортную проблему станичников? Путешествие к центру Земли и обратно. Кубанские дайверы установили рекорд России по горно-подводному погружению. Наша съемочная группа вместе с экстремалами отправилась в подземелье. Расскажем, как ставились рекорды и какой новый источник энергии обнаружили искатели приключений. 170 лет Федору Щербине. В честь талантливого ученого, общественного деятеля в краевой столице провели экскурсию по памятным местам. Покажем их, а еще уникальные кадры того, как спустя годы расстояния Федор Андреевич упокоился на родной земле. Впереди еще много интересных тем. Сейчас уйдем на рекламу, а вы не переключайтесь. Спасибо, что остались с нами. Продолжим программу материалом из Усть-Лабинского района. Там на этой неделе открыли новый железнодорожный переезд. Для кого-то это покажется не такой же значимой новостью. Казалось бы, ну переезд и что? Но для района и особенно для станицы Воронежской это настоящая дорога жизни. Все потому, что железная дорога делит станицу пополам. И чтобы попасть в больницу, школу или на рынок, местным жителям приходилось делать 10-километровый крюк. К слову, много лет назад переезд был и работал, но после страшной аварии его закрыли как несоответствующий правилам безопасности. С автомобилистами, которые уже проверили на прочность обновленную дорогу, пообщался Кирилл Беланок. Как вам переезд? Во, ребята!
Нескрываемую радость жителей большой станицы Воронежской понять можно. Событие действительно долгожданное. С тех пор, как на этом пути появились блоки и знак «Тупик», малыши выросли и пошли в 6 класс. Они даже не знали, что в школу папа может подвезти, не делая огромный крюк. Все рады? Да очень, конечно. Это очень удобно сейчас станет. Все. А тут большой круг давали мы людям вообще. Угу. Это очень удобно. А сейчас ребенка, да, везете? Ну да. Вот мне с школы забрать ребенка, я большой круг давал. А сейчас я вот тут недалеко, раз, все уже близко. Вот мы вовремя домой попадем, вовремя пообедаем, вовремя с обеда попадем на работу. Второй переезд был настолько далеко, что станичники старались лишний раз за руль не садиться, экономили бензин. Теперь с радостью ездят по новой дороге и уже подумывают над ее улучшением. Спасибо, конечно, улучшится, конечно, разгрузится и станица, и тот переезд. Но просто вот здесь немножко надо это самое, на трассе сделать разметку, там вот сильно очень выступают бордюры от церквушки. На открытие нового переезда собрались 7 микрорайонов. Не просто посмотреть, но и поблагодарить как минимум за экономию семейного бюджета. Во-первых, деньги, да, тратить деньги. Сейчас не так, бензин такой дешевый. Скорая пока приедет к тебе. Да, а пожарная? А пожарная машина, несколько пожаров было уже. Почему? Вот именно. Этот переезд вот так вот нужен нам. Вопрос об устройстве перехода с запада на восток в Воронежской решали на самом высоком уровне. Для железной дороги, по которой идет до 50 поездов в день, каждое пересечение с автомобильной магистралью дается непросто. То есть определенные нормативы у железнодорожников, есть определенные нормативы, в которых написано, на каком расстоянии должны друг от друга находиться переезды в одном населенном пункте. Поэтому параграфы и циркуляры есть, вот понимание и движение навстречу не было. Вопрос решался, ну, не где-нибудь на уровне руководителя российских железных дорог. О том, что переезд нужно вновь открыть, сделав его более безопасным, говорил на встрече с жителями во время рабочей поездки в Усть-Лабинский район губернатор Вениамин Кондратьев. Для 10-тысячной станицы этот маленький шаг навстречу решит большие проблемы, не только транспортные, но и социальные. Теперь люди будут более мобильны, меньше будут тратить нервов, меньше будут тратить времени на перемещение по станице, по району. Соответственно, будут больше проводить время с детьми, решать свои вопросы. Детей будут быстрее привозить в садики, в школы. Скоро здесь для безопасности установят и автоматические шлагбаумы. Ведь причина прошлого закрытия движения – трагическая авария с участием вахтового автобуса. Дорожники обещают сделать все, чтобы знак «Кирпич» здесь больше никогда не пригодился. Дорога в тупик здесь была 13 лет. С тех пор, как переезд закрыли, ни пожарная, ни скорая не могли приехать к станичникам напрямую. Сгорали драгоценные в таких ситуациях минуты. С открытием этого участка появилась надежда на то, что многие социальные проблемы здесь решатся быстрее. Кирилл Белонок, Евгений Береснев, «Постфактум». Именно такие вещи, как новая дорога, офис врача или пристройка к детскому саду, и делают нашу жизнь лучше и комфортнее. Именно об этом в своем послании и говорил президент. Основной посыл был направлен на то, чтобы улучшить качество жизни людей. И не затягиваться сроками. Об этом же говорили на этой неделе и в законодательном собрании края, где парламентарии приняли изменения в главный финансовый документ региона. В ближайшие 3 года расходная часть бюджета Кубани увеличится на 27 миллиардов рублей. Сумма приличная. Давайте посмотрим, на что пойдут эти деньги. Итак, большая часть будет направлена на развитие медицины и образования. В первую очередь дополнительные деньги пойдут на ремонт и оборудование поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено около 600 миллионов рублей. Долгожданный проект – это и строительство второй очереди краевой клинической больницы №1. Чтобы у ведущего лечебного учреждения региона появился новый корпус, выделят более 6 миллиардов рублей. Его планируют завершить в течение 4 лет. Вот сейчас депутаты проголосовали за огромные поправки, и я могу просто там вот, я не знаю, с искренней радостью сказать, что столько лет ожидавшая реконструкции наша первая краевая клиническая больница имени профессора Чаповского наконец получает деньги. Не там федеральные, не совместно с федерацией, а деньги краевого бюджета. Это, как сказал губернатор, целый медицинский город появится новый. Эта реконструкция разбита на 5 этапов. Финансирование увеличит и по ряду масштабных проектов в сфере образования. На создание спортивных залов в небольших населенных пунктах направят около 350 миллионов рублей. Особое внимание к федеральной программе «Самбо в школу». Только для занятий этим видом спорта в крае планируют построить 10 спортзалов. В
Впрочем, поддержат в регионе не только спортивные таланты. На Кубани скоро появятся сразу две школы для одаренных детей – в Краснодаре и в Сочи. Туда будут принимать талантливых учеников со всего края. В Сочи это под Сириусом будет, в Краснодаре под Кубанским университетом – это школа умников и умниц. Если мы хотим, чтобы они были успешны, и мы были успешными, и край был успешным, должны научиться не просто отвечать на вопросы программы школьной, они должны научиться мыслить и принимать решения в условиях неопределенности. Вот это должна быть способность, которая должна формироваться как раз в 7, 8, 10, 15 лет. Такая молодежь у нас есть, и такую молодежь мы должны сформировать. Теперь тема бизнеса. Без его развития сегодня не будет ни казны, ни рабочих мест. Поэтому, несмотря на социальную направленность бюджета, деньги направят и в реальный сектор экономики. Фонд микрофинансирования увеличится на 500 миллионов рублей и составит 1,5 миллиарда. И общая сумма фонда микрофинансирования края – 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда. Коллеги, это фонд сегодня по соизмеримости это номер один среди других субъектов федерации по наполняемости. 1,5 миллиарда рублей. А что это такое? Это развитие малого и среднего предпринимательства. То есть возможность не в банк пойти и взять огромный процент кредита, а в фонде микрофинансирования, а совсем другой процент, от 4 до 6. А как иначе? Мы поддерживаем малый и средний бизнес, они поддерживают экономику региона. К такому решению властей представители самого бизнеса относятся только положительно. Вот как это прокомментировали наши спикеры. Ни для кого не секрет, край аграрный, поэтому, конечно же, большая часть заемщиков – это аграрии, практически 65% от портфеля. Также производство – около 15%. Хочу еще заметить, что в этом году сумма микрозайма увеличена с 3 миллионов до 5. Очень помогает, потому что переплата получается минимальная. Мы брали плоттер, для новый плоттер итальянский для распечатки лекал, мы брали машинки швейные дополнительные, мы брали и машину для установки кнопок, и термопресс мы брали проходной. Ну, хорошо мы обновили оборудование. За счет дополнительных средств принято решение увеличить и финансирование дорожного фонда края. 32 миллиарда рублей пойдут на ремонт существующих дорог, строительство новых, а также приобретение необходимой дорожной техники. Кубанские дайверы установили рекорд России, погрузившись на дно высокогорного озера. Вместе с московскими коллегами они исследовали одну из пещер в поселке Никель. Это Майкопский район Адыгеи. В штольнях, расположенных на высоте более 700 метров над уровнем моря, в прошлом веке добывали уран и барит. Сегодня о природных пустотах промышленники и местные жители уже не помнят, но для водолазов и диггеров это по-прежнему место новых открытий. Какие тайны хранят горные озера и какой новый источник энергии обнаружили искатели приключений, знает наш спецкор Вероника Веретенникова. Оказалось, что установить рекорд – это лишь половина успеха. До места назначения шестой штольни надо еще добраться. 200 километров от Краснодара до Даховска, еще 7 в сторону Хомышков на машине, и мы почти у цели. Но рано радоваться – это только начало занимательной математики. Отсюда, от турбазы до места погружения дайверов 4,5 километра. Наша машина просто дальше не пройдет. По пересеченной местности только пешком и в резиновых сапогах. Собираем оборудование и идем с группой в путь. Обогнув территорию турбазы, идем с гидом в сторону реки Сюг. Дальше выходим на протоптанную тропу. Правда, кем она протоптана, непонятно. Здесь то ли ступали лапы шакалов, то ли копыта кабанов. Дорога идет постепенно вверх. Местами довольно круто. Итак, напоминаю, 4,5 километра. Тропа, как на американских горках. То вверх, то вниз. На самом деле, очень тяжело. Гид ведет нашу группу строго вверх. От такого фитнеса ноги уже отваливаются. Постоянно встречаются какие-то препятствия. То валуны, то деревья посреди дороги. Но, признаюсь честно, глядя на всю эту красоту вокруг, понимаешь, что тропа не очень-то и сложная.
А тем временем у входа в штольню нас ждет часть группы. Нырять будут бывалые дайверы. На их счету сотни погружений в Туапсе, Геленджике, исследования затонувших кораблей в Новороссийске. Об урановых шахтах в Адыгее узнали на форумах в интернете. Подробнее рассказали историки и местные жители. Для тех, кто не знает, что такое штольня, рассказываю. Штольня – горизонтальная или наклонная горная выработка, имеющая выход на поверхность. Чаще всего их делали в местах со сложным рельефом. И создавались они для того, чтобы добывать ископаемые. В Адыгее известно по меньшей мере о 28 урановых и баритовых шахтах. Все их закрыли еще в 90-х. Сейчас для посещения доступны только 10. Пещеры с повышенной радиацией взорвали, а остальные служили как вентиляции. Поэтому они полностью безопасны. Вход в шестую штольню находится на высоте более 700 метров над уровнем моря. До места погружения почти километр. Под землей главное – строго соблюдать технику безопасности. В штольне лучше находиться маленькими группами. Иметь при себе сапоги-заброды и надеть вот такую специальную маску, чтобы не дышать пылью. И еще нужно взять с собой обязательно фонарик. Также передвигаться лучше очень тихо, громко не разговаривать. Ну и желательно совсем ничего не трогать. Первым к недрам земли отправляется Эрнст Антонов. Кроме привычного снаряжения, гидрокостюма, маски, ласты, акваланга, под воду организатор экспедиции берет видеокамеру. По правилам Книги рекордов России, она необходима, чтобы зафиксировать погружение. Еще одна камера остается снаружи. Путь 60 метров по затопленной части штольни дайверы преодолевают меньше, чем за 20 минут. Очень чистая, прозрачная вода, в отличие от той, которую мы стоим. Вот. Штольня разветвляется, делится на три хода. Вот. На дне лежат, помимо шпал и рельсов, где ездили вагонетки и возили руду, предметы бурового оборудования, предметы обслуживания, что ли. Это все равно, что попасть в параллельные миры, отмечает мастер спорта по дайвингу Роман Латышев. На его счету больше сотни погружений. Оказаться глубоко под водой – это возможность не только испытать себя, но и зарядиться особой энергией. Как ощущения? Превосходно. Наши мечты сбылись. Мы рады, что добились нашей идеи, наши построенные планы осуществились, а также передали опыт нашим молодым, которых мы с собой взяли, показать им наши умения. Всего погрузились 4 аквалангиста. Рекорд зафиксировали с помощью специальных приборов – альтиметра или попросту высотомера и GPS-навигатора, который показал точные координаты входа штольни. Все данные дайверы отправили в Книгу рекордов России. В течение месяца новое достижение должны подтвердить специалисты. Вероника Веретенникова, Влад Захаров. Постфактум. Впереди еще много интересных тем. Сейчас уйдем на рекламу, а вы не переключайтесь. 170 лет Федору Щербине. В честь талантливого ученого, общественного деятеля в краевой столице провели экскурсию по памятным местам. Покажем их, а еще уникальные кадры того, как спустя годы расстояния Федор Андреевич упокоился на родной земле. Посейдон, галера с викингами, девушка с дельфином. В горах Красной Поляны появились новые арт-объекты. Сколько простоят они, какие рекорды зафиксировали на первом фестивале резьбы по снегу в Сочи. Накормил Василковской моцареллой и буратой, провел экскурсию по району и рассказал, как муниципалитет изменился за 15 лет. На этой неделе герой рубрики «Свои люди» политические. Долгожитель Сергей Ферсков. Кроме этого, будет дайджест новостей из наших городов и районов. Посмотрим, чем жил край эту неделю. Так что не уходите далеко. Третий блок нашей программы откроем материалом о памятной дате. На этой неделе исполнилось 170 лет со дня рождения автора первой книги по истории казачества Федора Щербины. Благодаря талантливому ученому и общественному деятелю в России удалось вернуть регалии казачьего войска. Когда их вывозили из страны, именно Щербина составил полный перечень предметов, по которому их и нашли. Он вынужденно покинул родную землю и остаток жизни провел в Праге. Но и там он не переставал заниматься наукой. В день рождения Федора Андреевича для всех желающих в столице края организовали экскурсию. Моя коллега Анастасия Маркова тоже прогулялась по улицам Краснодара, а заодно и подняла уникальные архивы. Единственный в Краснодаре памятник Федору Щербине установлен в центре сквера Дружбы народов. И это очень символично. Известный казак выступал за объединение славян, а в годы гражданской войны призывал и вовсе отказаться от смертной казни. Памятник кубанскому общественному деятелю установили здесь в 2011 году. В штатской одежде он изображен не случайно. Интересно, что, будучи потомственным казаком, Федор Щербина никогда не носил папаху и рубаху. А книга, крепко прижатая к груди, символ его вклада в развитие науки. Щербина основал российскую бюджетную статистику. Именно поэтому, среди других, почтить его память пришли работники учетной службы.
У него колоссальные работы в области земской статистики и обследования бюджетов домашних хозяйств. И, конечно, мы всегда помним об этом. Более того, он несколько лет и плодотворно работал в Кубанском областном статистическом комитете. Параллельно с наукой Щербина увлекался историей и литературой. За 60 лет творческой деятельности он издал 26 книг и почти 70 научных статей. А в 1888 году в свет вышла летопись истории Кубанского казачьего войска. За это автора сборника представил к награде император Александр III. Все равно многие историки до сих пор эти труды анализируют. Они, конечно, спорные. Вот. Но в этом, наверное, весь и интерес. То, что интерес вызван сегодня к этим трудам, говорит о том, что этот историк сегодня тоже актуален. В жизни Федора Щербины были не только труды и награды. Он был ярым противником революции, за что и поплатился разлукой с родиной. В 1921 году вместе с сыном он переехал в Чехословакию. Прага стала последним приютом для потомственного казака. Он скончался 28 октября 1936 года. Последней волей Федора Щербины было захоронить его на кубанской земле. Его наказ исполнили только спустя 72 года. После сложных переговоров длиной в 10 лет власти и духовенство Чехии ответили согласием. Будем молиться, чтобы Господь Бог нашу родину и родину нашего брата Федора Андреевича сохранял. На кубанскую землю останки Федора Щербины вернули в 2008 году. Делегатом поездки в Чехию был отец Сергий. От склепа пражского храма он сопровождал гроб знаменитого казака. Изначально захоронить Федора Щербину хотели в станице Новодеревянковская, где он родился. Однако в итоге место для его могилы выбрали на территории Свято-Троицкого собора Краснодара. Ради того, чтобы как можно больше людей все-таки могли прийти к месту его упокоения, был выбран второй вариант и решили захоронить Щербину в городе Краснодаре. Хоронить известных людей не на кладбище, а при храме – старая духовная традиция. К тому же прямых потомков Щербины найти не удалось, а здесь служители церкви ухаживают за могилой. А перед памятником всегда лежат свежие гвоздики цвета кубанского казачества. Анастасия Маркова, Дмитрий Ланин. Постфактум. Есть чем гордиться герой нашего следующего сюжета. Совсем недавно у него в муниципалитете открылся сосудистый центр. Еще одно достижение для районной медицины. А сам он всегда в курсе всех вопросов в районе и на прямой связи со своими жителями. И сейчас говорю о главе Веселковского района Сергее Ферскове. Сегодня он герой рубрики «Свои люди». Знакомьтесь. Родился в 1960 году. Образование получил в Самаркандском кооперативном институте Центра Союза. Трудовую карьеру Сергей Ферсков начал на Кубани. Работал в торговых компаниях Веселковского района. А в 1993 году устроился на одно из крупнейших предприятий муниципалитета, где прошел путь от заведующего пищевым производством до заместителя гендиректора. В 2004 Сергей Ферсков перешел на госслужбу и возглавил муниципалитет. О том, какие изменения за эти годы произошли в Выселковском районе, как территория привлекает инвесторов и какой сыр на завтрак предпочитает глава. Об этом и не только он рассказал моему коллеге Андрею Кныпе «Один день с Сергеем Ферсковым». Сергей Иванович, здравствуйте. Добрый день, Андрей. Приятно познакомиться. Да. Да, взаимно. Да. Приятно наблюдать, что медицина в районе вышла на новый уровень. Да? Я думаю, яркий пример тому открытия регионального сосудистого центра. Насколько я знаю, вот прежде подобные только в крупных городах края были. Вот насколько это важно, да, для выселок, открытие вот такого центра? Это важно не только для выселок, это важно для семи районов, которые, жители которых будут получать высокотехнологическую помощь. Операции на сердце, если в городах очереди, то мы часть края взяли под себя. Также по квотам, которые будут давать районы, мы будем принимать жителей соседних районов. Скажите, ну а долго вот к этому шли? Решение о том, чтобы сделать такой центр в выселках, было принято прежде всего потому, что у нас достаточно высокая обеспеченность врачебными кадрами. Мы очень давно
долго и настойчиво работаем над этой проблемой. Мы приглашаем врачей отовсюду, мы предоставляем им и жилье, которое строим, и оплачиваем аренду жилья. Сегодня врачи Василковской больницы стараются не отставать от своих краевых коллег. И сложнейшие операции на сердце тоже проводят у себя в районе. Инфаркты, инсульты, ситуации, когда речь идет не о минутах, а о секундах. Только с начала февраля 29 спасенных жизней. И в каждом случае на помощь Василковским медикам приходит новейшее оборудование. Ангиограф, который позволяет делать малотравматичные операции на сердце. Очень дорогостоящий аппарат. В ближайшее время, в апреле месяце, мы откроем на базе, опять же, нашей районной больницы центр амбулаторной онкологической помощи, где можно будет диагностировать и проводить даже химиотерапию. Но я знаю, у вас еще вот не так давно открылся медколледж. То есть вы, собственно, кадры и воспитываете, обучаете. Да, обеспеченность средним медицинским персоналом у нас пониже. Мы очень долго тоже добивались открытия. И вот уже у нас есть второкурсники. То есть ребята учатся, получают специальности. Скажите, а сами вы лично вот местным врачам доверяете или все-таки за помощью в Краснодар ездите? Нет, лет 5 назад, прямо перед Новым годом, 30 декабря, меня прихватил аппендицит. Я отказался ехать в край. Мне здесь наш заведующий отделением сделал операцию. Я 2 числа уже был дома. Под стать времени сегодня не только районная медицина. Больших успехов удалось добиться и в отрасли АПК сегодня. Василковский район – один из самых динамично развивающихся. Сергей Ферстхов с гордостью рассказывает, в этом году в муниципалитете запустили собственное производство сыров. Более 20 сортов и только из местного молока. Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. Масштабы впечатляют. Вот скажите, в чем уникальность этого завода? Вот слово «уникальность», оно как раз наиболее подходящее. Такого производства нет не только на территории Российской Федерации, но и в Европе. Предприятие может перерабатывать до 600 тонн молока, 50 тонн – это сыры, остальное – это сухая сыворотка. Сыворотка как продукт тоже уникальна для Российской Федерации. Здесь могут производиться и твердые, и полутвердые, свежие сыры различных наименований. Да, я знаю, вы сами инженер-технолог, работали в пищевой промышленности. Вот как вы с профессиональной точки зрения оцениваете? Здесь выпускается продукция высочайшего качества. Мы видим по состоянию самого производства, что здесь, наверное, ничуть не хуже и чистота, и порядок, чем в больнице. Продукции человеческие руки не касаются. Процесс устроен так, что даже переворачивание сыров, сушка их, и то ее выполняют роботы. То есть на входе мы принимаем, не мы, предприятие принимает молоко, на выходе уже готовую продукцию в виде сыров. За техническими процессами следят чуть больше 200 человек. Они же и спорят о вкусах, дегустируют продукцию. Попробовать местные сыры глава предложил и нашей съемочной группе. А еще рассказал, в его утреннем меню всегда василковская продукция. Андрей, ну вот предлагаю попробовать оценить качество. Это голландский, это российский, это тильзитер. Давайте вот попробуем. Вкусно. И упаковка соответствует последним мировым тенденциям. И тоже все сделается непосредственно вот здесь, на заводе. Не выходя. Еще 15 лет назад о такой модернизации здесь даже и мечтать не могли, вспоминает Сергей Ферстхов. Поднимать муниципалитет приходилось практически с нуля. Вы вот у власти достаточно долго, 15 лет. Ну, почти 15. Да, почти 15. Помните, вот каким раньше был район, вот как он за эти годы изменился? Много раз Василковский район переходил, как говорится, из рук в руки. Мы были в составе Кореновского, Тихорецкого, еще каких-то районов. Ну и сами понимаете, какая здесь была инфраструктура. Каждый при разделе старался что-нибудь перевести в свой район. Поэтому вначале, конечно, было достаточно много работы именно по приведению в порядок, по строительству дорог, по плитке тротуарной. Думаю, кое-чего удалось добиться. Главный, да, проект, которым гордитесь, вот реализация какого проекта? Конечно, наши важнейшие инфраструктурные проекты – это Ледовый дворец, воздухоопорный спортивный зал, это и детско-юношеская спортивная школа. Все эти объекты сегодня находятся в так называемом
называемом Ледовом переулке. За десятилетия в этой части выселок вырос почти что спортивный кластер. Совсем недавно построили эту детскую площадку. На территории в 23 тысячи квадратных метров установили современные тренажеры, и даже асфальт здесь особенный, мягкий. Показывая новое место отдыха, глава делится своими детскими воспоминаниями. Когда было мое детство, точно не было. Да, все, что было в то время, было, конечно, на территории детских садов, школ. Лазили через забор на механический завод, воровали старые подшипники, делали на них деревянную раму и катались с горки. Вот это из детства помню хорошо. Вообще, дети и семья – это главное в жизни каждого человека, считает Сергей Ферсков. Вот и успехами в своей политической деятельности в какой-то степени глава обязан своей семье. Они первые помощники и советчики во всех делах. Чего вы всегда стараетесь придерживаться, не только вот в плане работы, но в целом по жизни? Основа жизни – это семья, поэтому семья для меня – главная ценность. Жена, дети, родственники. Из Веселковского района мы отправляемся в путешествие по краю. Неделя была богата на новости. Что еще интересного произошло в других городах и районах? За 3 минуты обзор главных краевых событий. Поехали. В Сочи прошел первый фестиваль резьбы по снегу. Специально для него за неделю до соревнований участники начали делать заготовки из ледяных глыб. 5 команд со всей России, а также из Казахстана, поделили между собой 10 сказочных сюжетов. Здесь можно было увидеть и девушку с дельфином, и галеру с викингами, и даже самого Посейдона. На фестивале в Сочи побывал и эксперт Книги рекордов России. Он зафиксировал сразу 2 достижения. Парк скульптур из снега признан самым высокогорным, почти 1500 метров над уровнем моря, и самым южным стране. Единственный минус, что новые арт-объекты Красной Поляны недолговечны. Мастера попытаются сохранить их до конца марта, но все будет зависеть от погоды. В Анапе к началу нового учебного года откроют пристройку к школе номер 6 на 400 мест. Уже заложили фундамент здания и устанавливают колонны. Сейчас в образовательном учреждении более 2000 детей. Дополнительный модуль позволит разгрузить классы и принять новых воспитанников. В пристройке расположатся столовая, библиотека, актовые и спортивные залы для младших классов. Новое здание разделят на 2 части. В первой будут только классы, а во второй – актовый и спортивный зал. Сейчас продолжается набор детей. Родители более 100 будущих первоклашек уже написали заявление о приеме именно в 6-ю анапскую школу. Жители Новоминской помогли вернуть в станицу важную церковную святыню Антиминс. Это 4-угольный плат, который обычно лежит в алтаре на престоле. Без него невозможно проводить самое главное богослужение – литургию. Утерянный в советские годы Антиминс всплыл в интернете. Его выставили на продажу на одном из сайтов. Настоятель смог договориться об остановке торгов. В станице объявили сбор средств и святыню вернули домой. Антиминс 1889 года находился в Вознесенской церкви станицы. Это доказывает надпись на самой святыне. В 1935-м церковь была разрушена, не осталось даже фотографий. Местные жители сохранили некоторые иконы и утварь, потом их вернули в новый храм. Теперь здесь будут оберегать и возвращенный плац с мощами. Капитальный ремонт детской поликлиники завершили в Славянске на Кубани. Открытие превратили в настоящий детский праздник с ростовыми куклами. В здании заменили окна и двери, выровняли стены, провели новые коммуникации, отопление, вода и энергоснабжение. Перестроили зону регистратуры и кабинеты. Там теперь новое оборудование и мебель. Все, что нужно для комфортной работы врачей. Дизайн стен порадует и маленьких пациентов. Детей в поликлинике встречают изображения любимых героев из мультфильмов. Капитальный ремонт обошелся почти в 17 миллионов рублей. Большую часть денег выделили из краевого бюджета. 45 лет исполнилось секции спортивного туризма в хуторе Братском Усть-Лабинского района. Ее бессменный руководитель Николай Севастьянов и в свои 70 лет сам показывает школьникам сложнейшие элементы. Поднимается по канату до потолка, выполняет вертикальный маятник и учит параллельной переправе. Кроме того, бывший офицер и учитель математики регулярно водит юных искателей приключений в походы и вместе с ними пробегает многокилометровые дистанции. В секцию к возрастному тренеру ходят ребята сразу из нескольких поселков. Самые опытные уже старшеклассники и имеют взрослые разряды, а младшим всего 8 лет. И в завершении нашей программы еще одна дата. На этой неделе 60 лет исполнилось бы Алексею Балабанову, режиссеру неоднозначных и культовых картин. Пожалуй, каждая его работа – это вызов. Времени, строю, людям. «Брат», «Груз 200», «Морфий», «Про уродов и людей», «Мне не больно». Фильмы, которые заставляют задуматься и оставляют след душе. Талантливый Балабановско-Бодровский тандем вообще разошелся на цитаты. «Чего стоит только, в чем сила, брат?»
К слову, трагедию в Крамадонском ущелье, когда сошедший ледник убил съемочную группу Сергея Бодрова, Балабанов переживал очень тяжело. И 3 года режиссер не мог работать. Его последней картиной стала лента «Я тоже хочу». По-балабановски странная, немногословная. В ней он сыграл роль умирающего кинорежиссера. Через полгода его не стало. А колокольня, в которой герои его последнего фильма искали счастье, рухнула на 40-й день со дня его смерти. Вот так. Смотрите только качественное кино, которое вызывает настоящие эмоции. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующую субботу. Сегодня съемка закончена. Всем спасибо. Поехали домой.